Приветствую, друзья. Посмотрите, иду по Зеленой Гуре. Это окраина центра города. Вообще тишина, пару человек. А в центре уже начинается праздник винобрания. Как раз топчем туда. Будем снимать, будем гулять, будем смотреть. Немного людей уже подтягиваются. Пробежал мимо с телевидением без сопровождения, что-то пытаются там заснять в сандалетах таких прикольных. Зажигай. Этот мужик, который у меня был уже видео в красных штанах, который доколупывается до всех ходит. Это здесь знаменитость местная. О, точно. Ой, бедолага. Да. Идет сухой рот, не налито, не выпито. Пішли щось попробуй. Ну, прошу. Я хочу эти. Пішли. Він каже, давай тобі води налью. Понимаете? Каже, я тобі, у мене вода є. Слухай, я прийшла на винобрання воду пить чи що? Год ждали. Воду пить? А? Друзья, нет комментариев. Если уже кататься, то на
стій. Подивися. Їх зараз буде перекидати, отако, подивися, до гори ногами. На каждом углу бухают, отдыхают. О май гад, камера! Зато знают мене, кот. Откуда? Вся работа. Вся работа? Прийшли до мене, кажуть, чого ти не проголосував там за якесь пиво погано? Ну, це Влад почав, да? Да? Типа, моє любиме пиво, да? Опустила! Щоб ви розуміли, оці два кусочки шашлика стоїть 100 злотих на минуточку. Я не розумію, цих того гарний шашлик стоїть, він каже, там продається. Будь таке надо бувати людей. Я дай я однесу. Вот уже мы одни из тех, кто идет потихонечку домой. Наелись шашлыки. Короче, лучше бы не покупали недожаренные. Все, первый день окончен. Всем пока-пока. Пока-пока. Привет. Мама приехала к Тане. Вот уже позади идет. Город рассматривает. Но мы идем. Антоха попросил посмотреть. Приедет же кореш. Посмотреть эти винные погреба. Сейчас пойдем, зайдем в один или в два, посмотрим, что там есть. Кто-нибудь видел погребок? А он типа здесь должен быть. Может, здесь студия? Не, там видно, что ничего нет. Там уже в другой дом, номер дома другой идет. А вот мы нашли ее, видимо, винницу эту. Короче, здесь походу коллекционные вина, и их можно купить. Я так, если правильно понял. Ну вот это вот вся винница. И вот эти вот боги, типа, короче, гулянок, да, разврата, гулянок там. Вон он сидит еще, вон. И они везде, весь город усыпан ими. Вот, видимо, то место, где друг отдыхает. Вот как раз стенд стоит.
Здесь уже не такой подвальчик. Посовременней. Uwaga, uwaga, 105. Dziękuję. Chciałaś mieć tego? Super. Вот, Антон, это место. Здесь можно посидеть. Можешь оценить. Być blisko, cieszyć się muzyką i spokojem. Myślę sobie o naszych sąsiadach na wschodniej granicy. Słuchajcie, a może damy im taki jeden okrzyk, co teraz? 3, 4. Chciałabym tę piosenkę im zadedykować i życzyć. Brakuje w zasadzie słów. Życzyć im tego, żeby to wszystko się już skończyło. To dla nich. А сейчас мы попробуем посмотреть, как выглядит город на третий день праздника с утра, после всех гуляний. Поехали! Хулиган-нарушитель. Мы тебя запомнили и засняли.